Сегодня я буду делать курительную трубку. Дело для нас новое, неосвоенное. Точно. Поехали. Так, вот у нас примерный чертеж. Так, визуально. Здесь начал уже его выпиливать. Это у нас чубук. Начало чубука. Так, ну что, начало у нас положено. Пока вот такая заготовочка выходит. Сейчас будем, как говорится, как скульпторы, стесывать все лишнее. Где-то вот такая пешка получится. Нижнюю заделаем потом. А к ней как раз и выход будет. Сейчас углубимся. Тут надо. Далеко, конечно, отступил. Как бы пока так. Сейчас будем обрабатывать. Дальше у нас обработка пойдет на точильном станке. Округлять формы, подтачивать. Ну а потом дальше завершение. Огласите весь список, пожалуйста. Напильник нам в руки. Первую работу я вот сделал сейчас на точильном, обточил. Чебунок почти готов. Сейчас осталось его еще подработать, почистить. Сейчас начнем, вставим вот такой лепестковый диск на болгарку и уже им потихоньку поснимаем. Похвально. С этих сторон подобраться удобней. На точильном я не смог подобраться окружности. Ну тут тоже подровняем, где что не более симметрично. Рисовываются уже черты. Немного поудаляли. Округлили сам чубук. И стенку сильно тонкую сделал. Но я сейчас уйду и там как раз где-то будет чуть потолще. Высота сильно большая. Но хотя, ладно, мы все равно уйдем ниже.
пока что у нас вышло. Дальнейшем надо сейчас думать про муштук, выход, канал, чтобы он втыкался. Ну, это еще мелкие доработки, это на сейчас на точильном станке сделаю. Сейчас немного здесь снимем, как раз трещины лишние убрать. Обработаем еще. Ну, пока как-то так. В принципе, мне не хватает инструмента, у меня нету сейчас сверла, здесь надо смотреть дома. Сверло побольше, вставляем муштук. Ну, это подровняется. Здесь, я думаю, еще в этом месте, в месте стыка, поставить пластинку медную или латунную на месте стыка. Ну, как-то вот так вот будет соединиться. Будет вот такая трубочка. Это все в один потом сошлифуется вместе, как одно целое. И все. Так, частично приближаемся к завершению. Еще промарю кофе. Вот этот чубук. Да, это верно. Очень правильное решение. Он будет кофейный, крепким кофе мы его промариваем. Будет темный. А муштук будет, думаю, светлый. Просто пропитаю льняным маслом. Сдвинул. Так, ну вот, обработал более-менее шкуркой. Такой, первый раз уже покурил. Обдымил я, все нормально. Так что, в принципе... Благодарю за внимание.